В якутское село Чкалов теперь доставляют картошку необычным образом, мешки с овощами сбрасывают с кукурузника Ан-2 на парашютах. Раньше продукты в труднодоступное село доставляли с помощью вертолетов, в Чкалове есть вертолетная площадка, но это оказалось слишком дорого. Всего с борта самолета десантировали 11 мешков картофеля. По словам главы районной администрации, в следующих поставках люди ждут другие овощи и фрукты. Село названо так в честь великого советского авиатора Валерия Чкалова, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из СССР в США. Так, что я могу сказать? Качество картошки хорошее, картошка сухая, все нормально. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.